Так, всем добрый день. Сегодня будем менять встраиваемую стиральную машинку. Бошевская. Приказала долго жить. На кухне стоит здесь посудомоечная машина. Соответственно, шланги удлиненные идут. Бак заклинил. Ну, Бош хоть и хорошая машинка, но тоже не вечно меняем. По-моему, Турция какая-то там машинка. Коммуникация здесь, в принципе, все более-менее собран. Слив имеет необходимую высоту, кран там есть, и там стоит этот защитный клапан. Честно, не нужен шланг полдюймовый, все это уберу, сразу поставлю один шланг без лишних всех этих соединений необходимой длины. Так, машин, в принципе, все демонтировал. Ну, из ошибок, что лучше не делать, эта розетка находится за машинкой, будет упираться, не всегда мешает, поэтому при ремонте рассчитываем справа-слева, сзади стена должна быть свободной. Но здесь шедевр. Шланг у нас защитной системы от хвостов, удлинен обычным шлангом при использовании сапожка-смесителя. То есть вот так вот. Ну, по идее, не знаю, можно было кинуть кусок металлопластика, это было бы надежно, все-таки, ну, аквасток, да, мощно, ну, блин, удлинить такой ерундой, это, конечно, совсем уже никуда не годится. Ну, хотя там поставили они этот механический клапан, но, тем не менее, такое дело не очень-то приветствуется. Так, все, ставлю машинку, я уже благополучно отсюда внес, подключаю DeLonghi. Такой вот аппарат. Так, кстати, прослужил 12 лет, но уже за 12 лет она умерла. Шланги пробрасываю, естественно, более длинные. Здесь были старые эти металлические пластинки. Я даже не знаю, зачем они нужны, как полозья. Здесь полкафельный, поэтому сейчас их и нету, они не нужны. Как бы соединяем шланг с, вот, при помощи соединительного слива. Здесь хомуты, но так как там все будет за посудомоечную машину, на всякий случай можно хомутики обмотать изолентой, чтобы не повредить шланг, потому что он при, ну, куда-нибудь попадет, такое место, все равно при откачке насос немножко дает вибрацию. Все, сейчас ее задвину и посмотрим. Посудомоечная здесь тоже нифига не закреплена. Мне кажется, облегчил задачу. А так, вот у меня есть крепления, они, естественно, присверлятся к столешнице, чтобы жестко все стояло. Так, в принципе, все. Монтажная работа завершил, фасад, к сожалению, не повесил. Петли не сходятся, как обычно, из-за того, что розетки находятся далековато, машинка посудомоечная выступает. И стиралка тоже, ну, выступает прям ровно вровень. Так, по идее, должно быть вот таким вот образом. А вилка, розетка как раз и нам это дело не дает сделать. Все программы здесь стандартные, как на всех турецких машинках. Кертинги, DeLonghi, Westfrost, все один в один. Ничего тут нового мы не увидим. В общем, такой вот аппарат, такие вот подключения сегодня у нас было. Все, всем спасибо. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.